годы кровавых репрессий придумала девочка Джесси, что будет у ней счастье, и звать его будут Лесси. А после пришли волки, избив королеву с толку, перемешали масти, прошили ей жизнь иголкой. Теперь она стала сэром, типичным в кольчуге и клером, и заменила здрасте на скудный кивок гондольера. Но время летело, а Лесси ждала у ворот свою Джесси, как ждал Маргариту мастер, по времени 40 сессий.